Вот выросшие наши анютины глазки, мы их посадили 2 мая. И каждый день их рост увеличивается и увеличивается. Они растут. В каждом вазончике было по 2 небольших цветочка. Рассада прекрасная. А сейчас они так вымахали. Такие вот большие, солидные. И приходится каждый раз их спасать от солнца. Аромат нежнейший и очень такой густой. Потому что это из рода фиалковых. И надеемся еще продержаться. Но эти, кстати, анютины глазки, они очень полезные. Мы каждый раз убираем то, что уже каждый цветочек отходит, и отправляем на сушку. А сухие анютины глазки очень полезны. В чай добавлять от бронхита. Великолепнейшее средство. Так что урожай потом покажем, будет солидный. Такие большие. И самое главное, что погода им благоприятствует. Они любят, как все фиалки, холод. Ну, солнышко немножко только. И главное, влагу. И обязательно надо их очень хорошей отфильтрованной водой поливать. Вот это радость. Особенно вот оранжевый. Ой, такой густой-густой. Он такой насыщенный, немножко пикантный, такой нежнейший аромат. Вот такой садик на нашем балконе. А там наверху вот наше братовье. Голуби. Скворцы прилетают на нашу кормушку. Обязательно. Куча воробьев. Вот это наша кормушка. Кормушка, сейчас мы ее засыпем. Приходится резать очень много. Ну-ка, голубок, покажись, он уже ждет. А это поилка, тоже приходится все время поить. Спасаем наших ребят. Прилетает огромное количество еще и скворцов. И самое главное, все своих деток накормили у нас. Все потомство и скворцов, и воробьев, все выкормлено у нас своими родителями. Каждый родитель сюда своего маленького, своих маленьких, сюда обязательно снабжает их. И в клюв каждому прилетевшему вместе с ними вкладывает крошечки. Вот так мы живем распрекрасно.